Для маленького поселка Храмцова Фурмановского района пуск новой котельной – целое событие. Взамен старой, которая работала на мазуте, возвели блочно-модульную газовую. Теперь 2000 местных жителей забудут про холод в своих домах. Данный теплоисточник построен для нужд как и поселка, так и самого карьера Храмцовского. Мощность составляет 7,5 мегаватт. 13 марта уже в пусконаладочном режиме запущен данный теплоисточник. И теперь с перебоями теплоснабжения мы в данном поселении проблем уже в ближайшие 10-20 лет не видим. Котельную открывают всем поселкам. Да и посмотреть на губернатора не на экране телевизора, а вживую удается нечасто. Местные жители поблагодарили главу региона за помощь. Надеются, что все перебои с теплом для них в прошлом. Ну, нынче всю зиму тепло было. А вот когда были времена, иногда даже у меня в квартире, я на первом этаже доходил до 11 градусов. Новая котельная экономически эффективнее прежней. На ее строительство ушло меньше денег, чем потребовалось бы на реконструкцию старой. Да и газ выгоднее мазута. Котельная поставляет тепло в 7 многоквартирных домов, школу, административное здание и на предприятие «Храмцовский карьер». Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.